Сегодня Международный день защиты детей. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли во всех уголках нашего региона. В этот день особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями. Для них были организованы ярмарки и угощения. Подробнее в материале. Для воспитанников специализированного социального центра номер 4 выступали талантливые певцы и танцоры. На сцене также выступили сами ребятишки. Они же представили вниманию гостей изделия, сделанные собственными руками. Это ручные изделия из дерева и натуральных продуктов. Многие из них быстро разошлись в продаже. Пришедшие на праздник предприниматели и другие известные личности вручили воспитанникам центра денежные призы и сертификаты. Специалисты говорят, что собранные средства будут использованы для нужд детей. Эта акция проводится в рамках программы «Рухани Жангру» под программой «Жумарт Жюрик». Именно в этот священный праздник Рамазан, именно в этот праздник, в месяц Рамазан, эта благотворительная акция проводится именно с целью оказания не только там покупки каких-нибудь сладостей детей, но именно эти дети нуждаются в различной поддержке. Мероприятия нашли свое продолжение и в разных уголках нашего города. Одно из них – вечер, организованный общественным фондом «Мэнда Умер. Жизнь со смыслом». Участие в мероприятии, которое состоялось в кафе, приняли дети с ограниченными возможностями, для которых был организован специальный обед. Поздравляю всех детей Тараза и всего Казахстана с Международным днем защиты детей. Мероприятие проходит очень здорово. Улыбка и смех не сходили с лица детей. Остались довольны как ребятишки, так и родители. Люди с добрым сердцем, организовавшие такие благотворительные мероприятия, сказали, что продолжат это дело. Булат Конурбаев, Санат Аралбек, 77 News.